30 апреля 2015 года, отель «Жемчужина», нулевой день, день прибытия чемпионата, командного чемпионата России по шахматам. В этом году чемпионат в таком расширенном формате, очень расширенном. Ну, во-первых, это высшая лига, 8 клубов. И кроме этого еще есть первая лига, и детская лига, и ветеранская лига. И что еще, я, честно говоря, не знаю. День сегодня пасмурный. Ну, как раз, как я обычно говорю, шахматная погода. Привыкаю к новым условиям. Тепло. Вот такие пейзажные картинки. Вот человек похожий. Ну, на кого он похож, я не знаю. По-моему, это Иван. По-моему. Ну, в всяком случае, сегодня я уже видел здесь очень много участников чемпионата. Мимо отеля символически проплыл парусник 4-матчевый. Наверное, это какой-нибудь Крузенштерн или еще что-нибудь в этом духе. В общем, символизирует начало чемпионата. Мне кажется, что очень интересно был чемпионат. Утром я только что был в Лоо, где вчера завершился детский чемпионат. И вот теперь, собственно, олимпийский сезон. Какая-нибудь известная, неизвестная, это по мне скульптура чего-то на каком-то старинном здании, символизирующем, очевидно, Сочи. Пойду пройдусь по отелю.